Откуда вы узнаете информацию о жизни города? По телевизору. Что вы смотрите? Видишь, Адринское телевидение смотрим и Курган стараемся. По Кургану тоже что-то передают. А почему именно телевидение? А где еще можно получить информацию? То есть есть же газеты, радио. Радио у меня нету, а газеты я редко покупаю. Только если что-то нужно, объявление почитать. Газета? Две газеты «Наша выгода» и вторая у нас газета «Сеть». А почему именно газеты? Не знаю, привыкла читать. В общем-то, нигде я не получаю сама. То есть не читаете местные газеты? Да, сайты, не читаю сама. Только по телевидению вижу, что получаю, то самое по телевидению самое. И, как говорится, что там выступает глава администрации города, допустим, Кокорин сам это, и в целом, так говорится, вот такую информацию мы получаем. Откуда вы получаете информацию о жизни города? Ну, из газеты. Почему именно газеты и какие вы газеты читаете? «Наша выгода». А почему именно такой выбор? Не знаю, я выписываю ее. А, то есть телеканалы местные, радио, интернет? Ну, да, пользуемся. Что, например, читаете, смотрите? Телеканал «Шадр Инфо» и... Это «Курьер Плюс». Очень люблю программу «Шадринское телевидение», ну и, конечно, из наших, из всех газетных изданий. И также люблю очень на сайте. На каком? «Шадринское инфо», по-моему, там, да, или что там есть такое вот? Есть «Шадринфо». 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 А почему именно вот на них выбор пал? Почему именно такой выбор? Ну, мне кажется, так вот как бы достоверная такая вся информация, интересная очень. Все быстро-быстро, потому что не люблю за компьютером долго сидеть. Много же источников. Много. Ну, допустим, газета и сеть, Шадринское телевидение. Откуда вы получаете информацию о жизни города? С нашего официального сайта, через интернет, ну и, естественно, через телевидение. Мы работаем в администрации, мы ее сами получаем. То есть не смотрите местные телеканалы, радио? Нет. Смотрим обязательно и местные телеканалы, и радио. Телебачение, телевидение. По-русски. Что смотрите? Какой телеканал? Вы имеете в виду местный? Да, или... из местных. Ага, вопрос, конечно, интересный. Как ну, традиционный, конечно, но иногда и инфо. Почему именно телевидение, допустим, стало источником информации? Почему телевидение стало источником? Ну как, это же живая картинка, живые люди. Да и вообще, видите, телевидение уже забило печатную, к сожалению. Увидел и сеть, и тормознул. Но люблю и почитать. Откуда вы получаете информацию о жизни города? Телевидение. По каналу, инфо, газеты. Откуда вы берете информацию о жизни города? Из газеты. Почему именно газета? Есть же, допустим, телеканалы, радио, интернет. У меня нет дома телевизора.